Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет вот такая вот замечательная посылка, и мне она очень срочно нужна, так как я скоро буду паять. И здесь находится паяльник. Кстати, паяльник, привет! А внутри у нас находится вот такой вот огромный паяльник. Смотрите, какой, ручка деревянная. Наша вилочка. Вот такой вот провод желтый. У меня такое чувство, как будто им уже пользовались. И здесь даже что-то еще написано. Написано ГОСТ 72-19-77. И написано цена 2 рубля. Офигеть. Да ладно, друзья, шучу. Это паяльник моего деда, он живой, он работает. Вот такое вот у него жало интересное. Я им в детстве паял. Ладно, не об этом. Заказал я вот такой вот паяльник, и он приехал. Он очень легкий, маленький. И, друзья, смотрите, китаец его, походу, проверял уже. Потому что жало, видите, какое? И болтики даже вот здесь откручены. Надо будет затянуть. Он вообще работает, давайте проверим. Так, включил. Есть у меня вот такая вот катушка. Сейчас нагреется, будем пробовать. У меня такое чувство, как будто он не будет работать. Написано 220 вольт, 40 ватт. Ну, сделан он, конечно, очень бюджетно. Ручка вся в корягах. Ну, я не знаю, он греется, не греется, сколько ему нужно. Что-то как-то долго он греется. Не, нифига. Какой-то он конченый. Дым идет, но нифига не плавит. Хрень какая-то. Походу, китаец мне прислал бракованный бэушный паяльник. Не, ну как, он горячий, я вижу, что... Но он не плавит, нифига. Чё за прикол-то? Нет, друзья, кина не будет. Он не работает, как нужно. Фигня китайская. Да он еще и кривой, смотрите. Капец. Он кривой, вот сюда вот идет. Видите, дым идет, дымит. Фуфло. Оставлю ссылку на нормальный паяльник. Я покупал USB-шный паяльник. Он работает от пауэрбанка. Вот то нормальная тема. Но я его уже продал. А вот это вот ширпотреб. Не покупайте. Ссылка будет в описании на нормальный паяльник. Ставь лайк за правду. Всем пока. Ну что, пора прощаться. Следующий ролик уже совсем скоро. Сейчас самое время спуститься и почитать комментарии. Кто не поставил колокольчик и не включил уведомления, может остаться без нового ролика. Я предупредил. Пока.